4-й, во дворе чисто. Можно приступать к штурму здания. Приступайте, 4-й. Аккуратнее, там заложники. Я помню о заложниках. Начинаем! Бросай оружие, иначе я убью ее! Отпусти заложницу. Оружие на пол. И останешься жив. Слово офицера. Тебе все равно некуда деваться. Сдавайся. Ну, что ты надумал? Ну ладно, бери ее! Бросаю! Подождите! Наконец-то! Сидеть! Первый, я четвертый. Заложники освобождены. Террористы обезврежены. Потерь нету. 1/300. Кто? Это командир ранен. Уходите к месту встречи. Ждите вертушку. Да понял я, уходим. Здравствуй, золотой. Ай, какой красивый мужчина. Сразу видно военный. Хочешь, погадаю, все расскажу, что было, что будет. Хочешь знать, что будет, золотой? Тоже не хочет. Только на деньги не рассчитывай. Я ваши штучки знаю. Не нужны мне твои деньги. Они тебе понадобятся. Ты куда? Уезжай отсюда, подальше. Хочешь жить, уезжай. А что здесь такого происходит? Еще старая рана не зажила. Хочешь новую? Уезжай отсюда, бриллиантовый. Всем будет лучше. Бедовый ты. Да. Хорошее начало отпуска. Доброе утро. Привет. Тюнь-тюнь, привет. Тёма! Ты что ли? Навоевался, значит. Давно пора, а то и даже мать без тебя хоронили. Виноват. Служба такая, не мог приехать. Ладно, ладно, прости меня старую. Вернулся, живой, здоровый. Радость-то какая. Жалко, мать тебя не видит. Да. Иди, иди. Я с твоим домом строго приглядывала. Все нормально. Спасибо. Иди. Вернулся. Чертяка.
Спасибо, тетя Дуня. Приглядывала. Сейчас я буду снимать с тебя скальп. А! Все, сдаюсь. Чингачгук опять победил. Мир? Мир. Предатель! Здорово, брат! Ну, пойдем. Ну что, надолго к нам? На 10 дней. В отпуск по ранению. Как по ранению? Подожди, что случилось? Да так, ерунда, на гвоздь напоролся. Да ладно, нет, подожди, рассказывай, что-то серьезное? Да говори уже. Просто случайность, напоролся на гвоздь. Ты как, все в школе? Ну да, конечно. Где же еще? Там, кстати, у нас все лучше и лучше. Мне высшую квалификацию дали. Ух ты! Мой ученик занял первое место на городской олимпиаде. По физре? По макеше. Вот так-то. Поздравляй. Поздравляю. Спасибо. Доча уже на втором курсе. Приезжает только на каникулы. Так что мы с Валей одни. Ты-то сам как с личной жизнью? Жениться во второй раз собираешься? Ни одного раза хватило. Тогда, значит, так. Сегодня вечером у меня накроем стол, все такое. Я Валькину подружку приглашу. Света замечательная женщина. Правда, с ребенком, но девочка уже совсем взрослая. Послушай, ну это-то зачем? Затем. Хватит уже вот это холостяком болтаться. И не спорь. Как там у вас на службе говорят? Это приказ. Все. Значит, вечером у меня. Жду. Тихо! Слушаем, слушаем. Давайте выпьем за моего брата. Ну а что? Красавец мужчина, офицер. Мужчина, я бы сказал, в самом полном расцвете сил. Коля. А что? Брат, куда только женщины смотрят? Коля. Я не знаю. Коля. Тёма, за тебя, мой брат. Прекрасный тост. За тебя. Закусывай. Да чего закусывай? Давай, один давай. Раз в год. В год! Могу себе это позволить? Слушайте, шашлык готов! Ха, не весь, но есть! Шашлычок горячий. Пожалуйста. Разбираем. Спасибо. В свое время, что мы только не творили. Коля. Впрочем, что, это не для женщин разговор. Хотя мы друг друга понимаем, да, Тёма? Да, было время. Было, правда, потом нас судьба развела. Я в армию, а он в военное училище. Теперь он... я тоже. В общем, так, спасибо. Что вы молчите? А что? А что? А что? Как на похоронах? Что ты говоришь такое? Слушайте. Николай. Давайте... На реку пойдем. Ну, конечно. Купаться. Куда же еще? Потяну. Коля. Чего? Тебя опять на подвиги потянуло? А что? Угомонись. Ну, нет, так нет. Ну, все равно, ну... А давайте танцевать. Коля, а что? Ну, послушай. Я сейчас музыку поставлю. Иди. Тихонечко. Валечка, поздно уже для танцев. Я пойду. Светочка, ну посиди еще. Мне завтра на работу, утром.
Если вы не против, то я провожу вас. Позволите? Позволю. На работу не проспи. День-день-день! Я не понял, где все? А Тёмочка со Светочкой ушли. А, ну ушли, так ушли. Ой. Ну чё? Коля, ну что с тобой сегодня? Прямо герой-любовник. Пошли. Массовик-затейник. Пошли. Угомонись. Да, Кулька сегодня прям в ударе. Да, конечно, в ударе. Я его таким пьяным вообще никогда не видела. Вы на него плохо влияете. Ну, почему же плохо? Парень расслабился наконец-то. Ну да, конечно. Повеселился в кои-то веки. Да уж. А вот интересно было бы узнать, а что это такое эдакое вы с ним вытворяли в дни лихой молодости? Вы не поверите. Решали математические задачки особой сложности. Не верю. А знаете, вы для меня вообще человек-загадка. Родители ваши здесь жили, да, помню. А вот вы как будто и нет. Все верно. Отец был военным. А. Поэтому детство прошло в разных гарнизонах. Ну, а сюда переехали после его отставки. Я как раз поступил в военное училище, поэтому приезжал только в отпуск. Так что здесь, кроме Кольки, ну и теперь вас, никого не знаю. Ну, тогда все ясно, почему я вас никогда не видела. Городок у нас маленький, все лица давно примелькались. Может, перейдем на ты? Артем, вы здесь у нас в отпуске на пару недель. Приехали отдохнуть, развеяться, так? А что в этом плохого? Вам нужен легкий курортный роман. Я для этого не гожусь. Ну, знаете ли, я не такой уж повеса, как вы меня описали. Да? У вас по глазам все видно. Ну и какие у меня глаза? Масляные, плотоядные. Ну все, мы пришли, спасибо, что проводили. Вон там я живу, до свидания. Ну что ты уперлась? Ну сейчас часик покатаемся Стас, и все. Эй, Стас, отпусти! Ну, я тебя умоляю. В чем дело? Ну-ка, отпусти руку. Что это такое, Вик? Да ничего, я домой иду. Понятно? Ну и дура! Что ты сказал? Вообще-то это невежливо. Никакая она не дура. Тетя Свет, это что за мужик? Тебе что надо? Чтоб ты извинился. Что? Стас! Что сказал? Стас! Ты кому сказал? Заметь, я тебя не трогал. Ты первый начал. Пусти больно! А будет еще больнее. Артем! Слушайте, отпустите его, ему же больно. Неправильные слова говорит. Ты покойник, ты понял? Мам... Еще попытка. Вика, прости! Мужик, я тебя запомнил. Ты понял? Мы еще встретимся! Вот зря вот так. Стас редкий подонок. Да это все из-за его отца. Он просто думает, что ему тоже все можно. Кто его отец? Вот видите, как плохо никого не знать в городе. Зяблов его отец. Преступный авторитет. Вот что теперь будет, я даже не представляю. Да ничего не будет. Идите спокойно спать. Ну хорошо, идем спать. Спасибо вам большое. Если бы вы не вступились, наверное, никто бы не осмелился. До свидания. Спасибо. Давай, давай, иди. Ну, мам. Иди, говорю, иди. Ну? Мамочка, а что это за кавалер у тебя? Ты его где подцепила? Вика, ну-ка прекрати в таком тоне. Подцепила. Это двоюродный брат Говорова. У них и познакомились. Между прочим, человек взялся меня проводить. И из-за тебя вляпался в неприятности. Да почему в неприятности? Да потому что... Мне кажется, что такому мужику неприятности только к лицу. Очень круто, мне очень понравился. А тебе как? Это случайный человек. Сегодня здесь, завтра там. Тут не о чем говорить.
Ты лучше объясни мне, что у тебя со Стасом? Ой, мамочка, не начинай, пожалуйста. Это моя личная жизнь. Я тебя очень прошу, не надо начинать, ладно? Вы посмотрите на нее. У нее личная жизнь. А между прочим, я волнуюсь. Вика, почему из всех парней ты выбираешь самого отвратительного? Да почему самого отвратительного? Стас, он... Он очень... Он забавный. Да? Стас подонок. Это знают все в городе. Мам, ты видела, какая у него машина? А ты вообще представляешь, как они живут? У них дом трехэтажный и машин полный гараж. Мама, вот это жизнь. Девочка моя, я скажу тебе банальность. Не в деньгах счастье. Да? А в чем? В том, чтобы в одиночку дочь растить, потому что муж поматросил и бросил? Или, может быть, в том, чтобы жить вот здесь, в этой трущобе, еще думать, что это счастье? Или в том, чтобы работать парикмахером и стричь всяких стариков за копейки? Ну-ка замолчи! Не нравится моя работа, не хами матери! Тогда не лезь, пожалуйста, в мою личную жизнь, ладно? Спокойной ночи. Привет, тетя Дуня. Привет. Ай, молодец. Только вернулся за хозяйство. Может, у меня посмотришь? А то живу одна, помочь некому. Какие проблемы? Посмотрим. Да, Тем, вон там забор надо поправить, и калитка не закрывается. Сил-то уж нет захлопывать. Сейчас закончу и приду. Ну, жду. Так. Вон он, видите, забор чинит. Ага, ущерба отоварим. Да, Гдам? А что тянуть? Ага. Ладно, давайте. А я пойду. Вечером увидимся. Я не понял. А чего? Лиза, что вы делаете? Вдвоем, на дом! Ой, боюсь. Слышите, драться! Очень страшно! Я сейчас полицию вызову, вон пошли! Очень страшно! Слышь, мужик, ты не местный, поэтому говорим один раз. Ты тут лишний. На вот заборчик доделай. Понял? Сиди, не высовывайся. В следующий раз такой крыши не будет. А что будет в следующий раз? А встретим, покалечим. Проваливай давай, придурок. Спасибо, конечно, но зря вы это сделали. Я бы и сам справился. Зато теперь мы с вами в расчете. Слушайте, вы как, руки-ноги целы? Да вроде. Но это еще проверить надо. А пойдемте в дом, я вам ссадины обработаю. А какие там ссадины? Так вы, оказывается, военный? Так и думала. Ну и в каком вы звании? Майор. Жаль, что не генерал. А я вас как увидела, сразу подумала, что вам, наверное, очень идет форма. Ну что, смертельные раны есть? Да вроде нет. Жаль, это я могла бы перевязать. Ты лучше мне скажи, каким боком здесь оказалась. Мимо проходила. Мимо проходила. Ладно. Если честно, я просто хотела, чтобы Стас меня, понимаете, немножко поревновал. Ну, ему это полезно, а у нас в городе просто больше никому. Вы мне поможете? Конечно, нет. Ты меня в свои истории не впутывай. А то... Маме все расскажу. Я думаю, что это уже без надобности. Скорее всего, уже все готово, и Стасу точно доложили, что я у вас в доме. Да? А кто эти мордовороты, которые учили меня жить? Ребята Зяблова. Одного зовут Лысый, а второй, кажется, Агдам, что ли. Ну и как мне их найти? А вы что, действительно собираетесь с ними разбираться? Они же настоящие бандиты. Даже не думайте об этом. Я сам знаю, о чем думать и что делать. Ты только скажи их место дислокации. В Зябловском баре на набережной. Зяблов это отец Стаса. Понимаете, просто нормальные люди туда не ходят. Был один бар на набережной с бильярдом. Ну, так это он и есть. А вы правда туда идете? А можно я с вами? Я только одним глазком посмотрю. Конечно, нет. Ты идешь к маме, а я по своим делам.
Шагом марш. Бегом. Паш, да ты не нервничай. Расслабься. Ну почему мне не везет так сегодня, а? Кругом непруха. Ну не расстраивайся. Ну не везет Паше это в карты. А в бильярде нужен трезвый, холодный. Ну вышли мы в открытое море. Что? Расчет. Отлично. Ну молодец. Браво. Молоток, красава. Все рассчитал. Чего там? Прокатили. Разул меня прямо. Открытое море. И решили закинуть пару шашек гранита. Не представляешь. Паша, до костей тебя копить. Катер береговой. Вот уж кому везет в делах, так это тебе. Пойдем-ка лучше наши дела перетрем. Соня! Ну ты знаешь. А кто там еще был? Да все были, вся братва. Стас здесь? Не было еще. А что? Плесни парочку. А вот и Сонечка с коньячком. Прошу. Спасибо. Завидую я тебе, Паш. Сегодня ты станешь миллионером, не абы каким, а долларовым. А это, согласись, немало. Да уж. Да не дергайся ты. У меня здесь ни жучков, ни стукачей нет. Так что можешь говорить все. Главное, внятно, чтобы я тебя понял. Если бы я тебе не доверял, я бы здесь не сидел. Куда везти товар? Слушай, запоминай, записывать ничего не надо. На 15-м километре северной трассы, возле столба с цифрами, тебя будет ждать мой человек по кличке Гвоздь. Ты его сейчас видел в баре. Он тебе и покажет, где место. А ты где будешь? Я буду на месте ждать тебя с деньгами. Привезешь товар, получишь деньги. Привезешь еще, получишь еще. Нет, Зям, товара, к сожалению, больше нет. И в ближайшее время не предвидится. Жаль. Очень жаль. Хороший бизнес. Хотелось бы продолжения. Ну, на нет, как говорится, и суда нет. Давай выпьем. Давай. О, ну, собственно, вот. Здравствуйте. Что-нибудь желаете? Ничего не надо, спасибо. Я думаю. Привет. О, мужик, ты че? Да он явно за добавкой пришел. В прошлый раз на улице мы не договорили. Ага. И у меня остался какой-то неприятный осадок. А знаешь почему? Я вас выслушал, а вы меня нет. Ну и что ты хочешь сказать? Пойдем на улицу, поговорим. Да и... Тараканчика своего возьмите, этого Стасика. Стасика тут нету. Ну тогда вы оба за него. О, народ борзый пошел. Явно не местный. Слышь, мужик, иди на улицу, сам с собой разговаривай. А так? Да ты чего? Слышь, че, кто такой? Помощь нужна? Да не, не надо, разберемся сами. Ладно. Ну все, дятел, ты труп. Дай дубинку! Ты что делаешь, тварь? А к вам я никаких претензий не имею. А мы имеем. Так. Часто у вас такое? Первый раз. Прекратить драку! А менты зачем? Не знаю. Может, мимо проезжали. Да не дергайся ты, это свои менты. А что, без них никак нельзя, что ли? Ладно, стой здесь. Пойду разрулю. Ну и что здесь происходит? Да вот с ребятами поговорил. Давай машину его. Вперед. Иди. Сергей Константинович, добрый день.
Привет. А что это у вас здесь за побоище? Да вот, неадекватный посетитель затеял драку, избил моих сотрудников. А. Пострадавшие напишут сегодня же заявление, это я гарантирую. Хорошо, хорошо. Давай, ага. Удачи. Так, лысый, иди сюда. Это что сейчас такое было? Сергей Константинович, это не местный. Я вижу. А с какого перепуга он тебе по шее навалял? На сумасшедшего вроде не похож. Да ерунда все это. Ну, псих. Ненормальный. А давай диагнозы врач будет ставить. Толком расскажи, что у вас с ним за терки. Да помяли мы его немного. Стас просил. Этот вояк его обидел, но мы за Стасой впряглись. Понятно. Со Стасом я сам разберусь дома. Так, а вы никуда не расходитесь? Сегодня вечером серьезная работа. Подробности позже. Соплю три. И пацанов всех собери. Соня! Где мой коньяк? Мадемуазель, прошу. Так, ну и зачем ты меня сюда привез? Ну сейчас сама все увидишь. Так, только без рук, пожалуйста. Все, 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 все. Вика, подожди. И смотри, закрой глаза. Осторожно, ступенька. Ага. Идем. Что ты за... Не смотри, не смотри. Идем, 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 идем. Долго еще? Нет, 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 нет. Прам-прам-пам! Пу! Круто, да? Батя обещал подарить, если институт закончу. Вот это вещь, да? Слушай, а почему он здесь стоит, а не на воде? Потому что он зимой здесь стоит. А в этом сезоне мы еще не успели на воду его спустить. Вика, иди сюда. А это зачем? Ну, я тебе каюту покажу. А на носу мы забацаем Титаника. Это какого еще Титаника? Ты чего? В кино, что ли, не ходишь? Все девчонки от этого прутся. Вика, да это же Титаник! Вика! Я твой, Леонардо Ди Каприо! Я наконец-то получу Оскара и подарю тебе! Знаешь, уже Ди Каприо, а дай мне лучше порулить. А? Давай. Подожди, Вика, сейчас я помогу тебе. Подожди. Говоров Артем Иванович, военный штаб округа, командир подразделения. В отпуске. Что же это вы? Устроили драку средь бела дня. Придется сообщить на службу. Там переживут. Медицинское свидетельство не будем делать? Да он трезвый. Трезвый? И такое устроил в Зябловском баре. Неужели из Зяблова досталось? Не, этот жук, как всегда, в стороне остался. Даже жалко. Не знаю, о ком вы говорите, но у него еще все впереди. Шутник. Веселый у тебя будет отпуск. Зябловские от тебя не отстанут. Лучше уезжай. Я подумаю. Давай его в первую камеру. Пусть там думает. Давай, иди. Ненавижу тебя, сволочь. Да, Вик, подожди, ну ты же сама хотела. Я думала, что ты меня любишь, а тебе это вообще не интересно. Да подожди, Вик. Ну ты классная. А ты нет. Сын богатого папеньки, и думаю, что тебе все можно. Спасибо за комплимент. Цветов не надо. Да иди ты. Вик! Ну куда ты денешься с подводной лодки-то, а? Вик! Вик! Вика! Подожди, я до дома тебя довезу. Вика! Проваливай! Дура! Что-то я не понял, а что он здесь делает? Стас! Стас! Привет, бать! Ты что здесь делаешь, а? Я тебе сколько раз говорил, чтобы ты здесь не появлялся? Опять баб таскал?
Да каких... Где она? Да каких... Батя! Я приехал просто катер посмотреть еще раз! А ты у меня про катер спросил? Забудь про катер! Ноги в руки, вон отсюда! Ну! Мухай! А что такого-то? Ничего! Тебя здесь не было сегодня, ясно? Там лысый. Попасите снаружи, нам лишние глаза не нужны. Ну а мы ждем. Вика! Вика! Куда ее понесло? Ну, здорово. Это все мое, так что здесь чужих нет. Но деньги привез? Товар привез? Ух ты! Прошу. Ну, прошу. Вот. Так-а. Так. Вот. Ну вот, 40 АКМов. Плюс к ним 10 цинков патронов. Ну и 4 ящика гранат. Все как обещал. Понятно. Да положи ты пистолет тут все свои. Положи. Положи, тебе сказали, пистолет. Откуда ж такое богатство? Нет, я должен знать, иначе денег не получишь. Это из одной горящей точки. Там ментовский арсенал взяли. Это его часть. А где все остальное? А остальное уже продано. Понятно. Ну хорошо, пойдем. Зяба! 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 Ты что? Дяба! Мамочка. Ну что, возьми пистолет. Ну? Нет, ребята, я просто охрана. Не могу стрелять безоружного. Савелий, разберись. Угу. Ну давай, схлестнемся. Эй, охрана, давай уходи. Ну чё, давай разомнемся. Сергей Константинович, что дальше? Товар в контейнер, Жмуров фургон. Машин наши пачкать не будем. Может, мы их вместе с фургоном сожжем? Нет. Жмуров утопить, в озере за рыбозом.
А фургон поставить в тихое место. Пусть стоит. Ну да, ее теперь в угон объявлять некому. Хватит ржать, юмористы. За работу. Только бы поржать. Все, убираем этих. Свет, здрасте. Я там звоню, чего-то никто не открывает. Вика, ты куда делась? Я не знаю. А? Стас, ау. Ты видел ее сегодня? Ну, мы немного покатались, и все. У нее мобильник целый день не отвечает. Где она может быть? Я волнуюсь. Я думала, она с тобой. Ну, нет, уже нет. Правда? Я правду говорю, тетя Свет. Я не знаю, где. Стас! Да. Найди ее, пожалуйста. Я съезжу в одно место, я думаю, что она там. Найду. Что здесь осталось? И наигралась в прятки, дура! Какого черта? Пожалуйста, не кричи на меня, я ни в чем не виновата. Что ты здесь делала? Ничего. Я ничего не видела, ничего никому не скажу. Пожалуйста, отвези меня что домой. Что именно ты не видела? Стас, это ужас какой-то. Что? Они привезли целую кучу оружия, и за нее убили 3 человек, представляешь? Так, ты видела, кто стрелял? Да. Кто? Твой отец. Ты кому-нибудь звонила? Ментам звонила? Я никому не могу позвонить, у меня мобильник сел, даже маме. Я во всем виноват. Отвези меня домой. Я знаю, что нам делать. Поехали. Поехали. Не поеду я с тобой. Садись никуда. В машину, я сказал. Стас. Поехали. Говоров. Давай на выход. Черт, только заснул. А до утра остаться нельзя? По административному задержанию больше 3 часов не положено. Сейчас заберете личные вещи и свободны. Ждите повестку к следователю. Спасибо, майор. Света. Здравствуйте. А вы чего здесь делаете? Моя Вика пропала, и я хочу подать заявление. Когда пропала? Да с утра дома нету. Не рановато ли подавать заявление? Да я чувствую, что с ней что-то случилось. У нее мобильник с утра не отвечает. Все подружки давно дома, а ее нет. Ох, я уже все больницы и морги обзвонила. Ну-ну. Морги, я думаю, и больницы подождут. Да. Да и заявление тоже. Давайте вместе ее найдем. Вместе? Ну да. Этот парень ее, Стас, кажется. Да, Стас. Нет, он тоже не знает, где она. Тоже волнуется. Волнуется? Значит, что-то знает. Неплохо бы с ним поговорить. Я знаю, где его искать. Пойдемте, я покажу. Пойдемте. Так, давайте. Молодец, Валерия Михайловна. Полосатого в дальний. Еще налей. Стас, может, хватит? Отец опять ругаться будет. Я тебе говорю еще, налей, хватит меня учить. Знаешь, как я сегодня влип? Хорошо, хоть нормально все разрулил. О, опять ты? Что на этот раз? Нам Стас нужен. Стас, по твою душу. Стас. Тетя Свет, я ничего не знаю, я ее не нашел, ну правда. Послушай, где вы были сегодня? Не твое дело. Как раз мое. Девочка пропала, мы ее вместе ищем. Ты видел ее последним. Где? Не, я тебе ничего говорить не буду, ты понял? Я ничего не знаю. Отстань от меня вообще! Так, что еще случилось? Батя, они Вику ищут почему-то у меня. А ты типа не знаешь, где она? Чего вы все наезжаете? Я ничего не знаю. Ну да, довез ее. Ничего я не знаю. Ребята,
Нам надо точно знать, где и когда в последний раз видели Вику. Может быть, от этого зависит ее жизнь. Я просто не понимаю, почему вы не хотите нам помочь. Пожалуйста. Потому что ее здесь нет. А ты, если еще раз будешь приставать к моему сыну с расспросами, я тебя накажу. Ясно? Лысый, объясни товарищу, что да как. А ты зайди ко мне в кабинет, поговорим. Ну, ты сам уйдешь или помочь? Мало тебе. Мы уходим, уходим. Уйдем, пожалуйста, я очень тебя прошу. Ну, ты же видишь, что это за люди, это не люди. Мы уходим. Важню. Ну что, пойдем накрытим? Бей, Валерия Михайловна. Так, Стас, я не понял, что происходит? Ну, пап, ну а что такого? Ты почему опять нажрался среди бела дня? Ну, подумаешь, чуть-чуть выпил. Так, я говорю, нажрался, значит, нажрался, а не чуточку выпил. Нажрался. Еще раз увижу тебя в таком виде в бильярде, я... Я понял, понял тебя. Так, все. Теперь еще. Что это за вояка, который второй раз тебя спрашивает? Что ты опять натворил? Ну, пап, он выпендрился, я сказал лысому, чтобы он его проучил. Ну, он его проучил, все нормально, пап. А что за девчонку он ищет? Сынок, ты пойми, я самый лучший твой адвокат. Если ты что-то натворил, то ты сразу скажи. Иначе пап, поздно будет. Я же все равно узнаю. Ну, пап, это Вика. Ну, покатал я ее немножко, там высадил. Я не знаю, куда она пошла, правда, пап, честное слово. Только и всего. Ну, у лысого спроси, пап. Хорошо. Я спрошу. И спроси. И спрошу. Вот и спроси. Так, все, хватит. Иди проспись. Уже. Все. Завтра поговорим на трезвую голову. Все, я пошел, хорошо. Все, пошел. Саня! Где мой коньяк? Ваш кофе, ну что? Все в порядке. Компьютер, слава богу, не запаролен. А, хорошо. Так, вот переписка. Так. Бомба. Что за бомба? Это ее отвязная одноклассница. Так, ладно, проехали. Так, про Стаса, про его сомнительные достоинства. Так. Степан Валерьевич, учитель? Это ее отец. Мой бывший. На аватарке так просто Супермен. Чего развелись-то? Не ваше дело. Это я так, извините. Приревновал немного. Да это не его фотография. На самом деле он выглядит совсем по-другому. До сих пор мнит себя первым красавцем. Хотя, если бы не пил, может быть, и был бы таким. Так, у мамы появился новый ухажер. Что? Ей мне нравится. Это про меня? Приятно, черт возьми. Мало ли что ей нравится. Да, действительно, дальше читать не будем. Кое-что и так понятно. Итак, она хотела позвонить отцу. Надо выяснить... Успела ли она ему что-нибудь рассказать? Пойдемте к нему, здесь недалеко, пожалуйста. Пойдемте. Здрасте. О, Светка, а тебя чего в такую рань принесло? Наша Вика пропала, мы ее ищем. Она тебе, может, звонила? Нет. Ну, я на работе видел ее сообщение. Ну, а вечером, понимаешь, не до нее было. Понимаю. Я же на больничном теперь. Понятно. А ты и есть ее теперь новый хахаль? Я и есть. Степа, это не твое дело. Да очень даже мое. Что? Какой-то хрень с горы вместе с моей женой, мою дочь ищет. Даже не смей подходить к моей Светке, понял? А то что? Ты, Степа! Алло! Так? Сейчас, подожди. Артем, пожалуйста, давай уйдем отсюда. Да ну его. Сейчас, ай, момент. Ну, момент-то подождем. Убью! Застрелю напрочь! Степа, стой, пошел! Мужики! Сидеть! Что делать-то, а? Дуринка картонная. Не заряженная. Так все патроны пропил. Слышь ты, отец, если что-нибудь узнаешь от дочери, позвони Свете.
Дело серьезное, а ты как клоун, ей-богу. Аж неловко. Продолжайте. Слышь, пойдем. Жди. Полицию. Помогите. Давай, вставай. Ну как ты, в порядке? Стас, подожди. Чего тебе? Если Сергей Константинович будет спрашивать, что сказать? Ничего не говори. Ты ничего не видел, понял? Понял. Сам не проболтайся. Угу. Я через час подъеду, может, раньше. Хорошо. Давай. Вы будете искать мою дочь? Вы найдете Вику? Будем искать, как только что-то будет понятно. Я вам позвоню. Кстати, еще вот телефон укажите. А, вы, главное, допросите Зяблова-младшего. Он что-то должен знать. С нами они вообще разговаривать отказались. А вы другое дело. Вы представитель закона. Да у нас, кроме этого Зяблова, столько всего. Вон, цыгане на окраине табором стали. От них тоже чего угодно можно ожидать. Может, ничего не случилось, но гуляется и вернется, ну. Опять. Какие еще цыгане? То есть вы не будете допрашивать главного подозреваемого? Как же так? Заявление все описано, все обстоятельства исчезновения. А давайте-ка мы такое же заявление подадим в прокуратуру. Товарищ майор, ну зачем в прокуратуру? Будем искать вашу девочку без всякой прокуратуры. Угу. А эти Зябловы ни с кем не станут разговаривать. Только через адвоката. Но я попробую. Очень на вас надеемся. Пойдемте, Света. Они не будут делать. Ты видел, как он убрал мое заявление? Словно спрятал подальше от глаз. Будут, будут. Никуда не денутся. А мы что, уже на «ты»? Извините, случайно вырвалась. Ничего, я не против. Надо что-то делать. Что вы предлагаете? Опер говорил что-то про цыган. Да. Пойду поговорю с цыганами. Надо же с чего-то начинать все-таки. Я с вами. И даже не спорьте. Да я и не спорил. Чего надо? Здравствуйте. Уголовный розыск. Мне нужен Станислав Сергеевич Зяблов. Стаса нет. Значит, зови его отца или приглашай внутрь. А Сергея Константиновича тоже нет. А, вот он. Сергей Константинович, можно с вами поговорить? Какие проблемы? Мне нужно поговорить со Стасом. Пропала Виктория Дробышева, а он последний, кто ее видел. Послушай, капитан, ты же еще, кажется, капитан? Пока да. Значит, скоро майором будешь. Со Стасом эта девчонка просто недоразумение. Ну... Прокатил он ее, подвез, высадил. Я об этом знаю, все об этом знают. Ну вот именно поэтому мне нужно об этом поговорить со Стасом. Послушай, капитан, дело пустяшное. Вот мой пацан тут совершенно ни при чем, я тебе отвечаю. Оставь ты его в покое, получишь хорошие дивиденды. Заманчивое предложение. Договорились. Но если девочку не найдут... Дело будет не пустяшное, тогда будет совсем другой разговор. Годится. Вот, звони, если что. До свидания. Где Стас? Почему он опять вне зоны? Не знаю, Сергей Константинович, куда-то уехал. Не знаю куда. Как только появится, сразу ко мне. И машину поставь. Мир вам, добрые люди. Здрасте. Снова ты, бедовый. Зря ты сюда пришел. Ой, зря. Вы что, знакомы? Пересекались. У нас пропала девочка. Может быть, вы ее видели? Вот фотография. Посмотрите.
Ромалы! Видели ее? Нет, конечно. Она была со Стасиком, Зябловым. У него еще такая спортивная машина, но вы... Она одна такая в городе, но вы должны знать. Ну-ка, дай я посмотрю. Нет, такого не знаю. Только стоять. Отпусти его. Ты что делаешь? Отпусти его. Он вор. Для тебя он вор. А для меня нет. А ты сейчас на моей территории. Так что отпусти его. Кошелек. Они ничего не скажут. Спасибо. Постой. Я видел вашу девочку. Красивую. Она была с парнем. В спортивной машине. Он гнал из города, как сумасшедший. Мы чуть не столкнулись у моста через реку. А? Это все. Не густо. Чем богаты. Пока. Еще увидимся, бедовый. Я думала, нас зарежут. Ой. Я тоже. Ой, подожди. Кто? Не знаю. Да. Да, я. Когда? Хорошо, сейчас буду. Что? Что? Звонили из полиции. Девушку мертвую нашли. Зовут на опознание. Пойдем, тут недалеко. Больницу. Морг. Света. Света. Света! Ну где они? У меня обед через 5 минут. Значит, задержишься. Вон они. Привет. Здравствуйте. Света, ты можешь не идти, я сам скажу. Нет, я пойду. Извините, что вызвал вас сюда, но это необходимая процедура. Только что привезли девушку без документов. И что? Так похоже? Я не видел, но по описанию да. Ее выловили в реке, видимо, сбросили с моста, ну, или, может, сама спрыгнула. Время смерти около суток назад. Если вы готовы, то пойдемте. Я готова, я готова. Света, может, это не она? Артем, не надо. Как раз возле моста цыганский барон видел Стаса и Вику в его машине. Хорошо, я с ним поговорю. Я понимаю, как вам тяжело, но... Ничего вы не понимаете. Открывайте, а то сейчас опять упаду в обморок. Давай. Это не она. Это не она. Это не она. Ну, я же говорил. Вы извините, у меня нервы ни к черту. Выведи пойдем. Меня на воздух. Выведи пойдем, меня отсюда. Я это понял. Не она. Я понял. Я думала... Я знал, что так получится. Это не она, слава богу. Все, спасибо, теперь можешь идти на обед. Я думала, что она умерла. Потом смотрю, совсем другая девушка. Света, успокойся. Я уже с ней простилась, ты понимаешь? Я понимаю, все. Все прошло. Видишь, мы уже перешли на ты. Да, это когда это? Когда у цыган. Ну, предлагаю к старому не возвращаться. Вашу дочь видели в городе. Только что в дежурку звонил свидетель. Ну, видишь. Я туда, вы как? А мы с вами, можно? Машина там, пойдет. Конечно. Прошу. Знакомые места. Куда мы идем? Вот сюда. Сюда? Но здесь ее не может быть. Почему? Потому что здесь живу я. Ты? Вика! Вика! Света! Вика, ты где? А кто вам позвонил в полицию? Звонок был анонимный. Там никого нет, никто не отзывается. И вообще не понимаю, как она могла оказаться у тебя дома? Вы позволите осмотреть дом? Или будем действовать официальными методами? Через прокуратуру и так далее. Мои люди уже сюда едут. Ну что, подождем? Или не будем?
формальничать. Да пойдемте, мне нечего скрывать. Слава! Меня вызывают на вокзал, там нужна машина. Постовые какого-то карманника прихватили. Давай, езжай, до связи. Пожалуйста. Не похоже, что здесь кто-то живет. Ну, я приехал 2 дня назад и успел пыль протереть разве что. Действительно, никого нет. Ни живых, ни... Никаких. Ну, ее же кто-то здесь видел? Ну да, она заходила ненадолго. Зачем? Ты почему мне не сказал? Это произошло случайно. Я... Послушайте, вчера приходили 2 зябловских качка. Так. Передать привет от Стаса. Ага. А она все это видела. Ну и ввязалась. Угу. Ну а потом мы зашли в дом на минуту. Дальше что? Да ничего. Я пошел по своим делам, а ее выставил. Больше я ее не видел. Мне надо осмотреть временку. Пожалуйста. Пойдемте. Собственно, здесь ищете? Стиральную машину. А? Где она? Была в той комнате. Вам это знакомо? Понятия не имею. Тряпка какая-то. Это Викина. Точно. Кровь. Именно в этой куртке Вика ушла из дома. Как это здесь оказалось? К тому же в бурых пятнах, очень похожих на кровь. Ну, во-первых, не факт, что это кровь. Света, я не знаю, как это здесь оказалось. Что с Викой? Что с моей дочерью? Где она? Что ты молчишь? Вариантов не так много. Но точно я знаю одно. Эту куртку в стиральную машинку я не прятал. Я вынужден вас задержать. Стоять! Говоров, открой дверь! Открой дверь, я сказал! Стой на месте! Тихо, тихо! Что тут происходит? Открой! Тихо, тихо! Быстро! Руки в гору! Не с места! Ну, наконец-то, а то я уже заждался. Все сам да сам. Вот теперь действительно нет вариантов. Послушай, это подстава. Разуй глаза, это же как 2×2. Может быть. Только разбираться будем в другом месте. Я смотрю, ты больно прыткий. Пакуйте его! Ты что сделал? Светлана! Света, Света, успокойтесь! Света, послушай! Тихо, тихо, подстава! Тихо, успокойтесь! Я еще не виновен! Подстава! Что ты сделал с моей дочерью? Послушай! Тихо, тихо, тихо! Привет, бедовый. Привет, Ромала. Я же говорил, увидимся. Кто там у вас еще? Так карманника. На вокзале с поличным взяли. Ладно, езжайте в отдел. Я здесь все закончу. Сам доберусь. Пора.
пора менять профессию. Два раза попался за день. Так это ты виноват, бедовый. Ты меня ведь так придушил, что я до сих пор отойти не могу. Теперь на меня менты столько повесят, стариком из тюрьмы выйду. Да, похоже, на нарах чалиться мне тоже не резон. Хм, что предлагаешь? Побег. Второй, это база, вы где застряли? База, база, это второй экипаж. По дороге взяли еще одного задержанного. Славик подкинул. Уже подъезжаем. Ясно, отбой. Начальник, он меня убивает, погиб! Эй, вы там! Прекратите немедленно! Начальник, я его убил, что ли? Он вообще не двигается! Чего? Дышишь ты или не дышишь? Он не дышит! Останови. Из машины! Лежать! Ноги! Ноги! Спокойно! Оружие! Лежать! Каталажку! Бегом! Ключи! Бегом! Пошел! Оружие себе оставил. Ты что, больной? Это реальный срок. Ну-ка. Реальный? Да не надо. Золотой ключик. Ну давай, Ромало. Чтоб больше я тебя не видел. Увидимся еще, бедовый. Да. Да, слушаю. Какой побег? Ты что несешь? Как? План перехвата объявили? Хорошо, я подключаюсь. Давай. Ты? Я думала, Вика, что тебе нужно? Послушай, надо просто поговорить. Не-не-не, вызывай полицию! Послушай, вызывай кого хочешь, но сначала надо поговорить. Я твоей дочери ничего не делал. Наоборот, я всеми силами стараюсь тебе помочь. А теперь решай, звонить или нет. Ну что? В коридоре будем разговаривать. Быстро же тебя выпустили из полиции. Я сам ушел. Как это? А вот так взял и ушел. Без спроса. А если бы я этого не сделал, закрыли бы меня по полной программе. Разве ты не видишь, что меня просто тупо подставили? Да, конечно. Этот мент знал изначально, где искать эту кофточку. Ему просто позвонили по телефону и сказали, где лежит улика. Он сразу ринулся к стиральной машине. Ну ты же сама это видела. Я видела, и что? А то, если бы я был виноват, я бы здесь не стоял. Послушай, местоположение кофточки мог знать только тот, кто ее туда положил. Поэтому нам надо искать того, кто меня подставил. Вот тогда мы узнаем, где Вика. Вика! Нет, это менты. Постарайся не пускать их в комнату. Скажи, ты одна, здесь никого нет. Ну же. Здрасте. Здравствуйте. Разрешите? Пожалуйста, проходите. Ваш приятель Говоров не звонил, не объявлялся? Нет, не звонил, не объявлялся. Вы же его забрали. Он сбежал по дороге в отдел. Покалечил двух сотрудников. Мне кажется, вы не удивлены. Вы что-то хотите мне сказать? Да, хочу. Только сначала скажите, когда вам сообщили про кофту Вики, вам назвали точное место, где она должна быть? Конечно. Иначе чего ради, я бы туда полез. Так что вы хотели сообщить? Я?
Я ничего не хотел вам сообщить. С чего вы взяли? Вам показалось. Так, позвольте, я смотрю квартиру. Нет, я не разрешаю. Я не разрешаю. В чем? Я пройду. Позвольте. Куда вы? Что вы себе позволяете? Света, это очень опасный человек. Если он вдруг объявится, позвоните мне. У меня есть ваш служебный телефон. Это мобильный. Можете звонить в любое время. Хорошо. Даже ночью. Я поняла. Ну ты на самом деле сумасшедший. Я нормальный. Спасибо тебе, что не сдала. Не за что. Вот теперь, Говоров, ты просто обязан найти мою дочь. Я готов. Чего же мы стоим? Здравствуйте. Уголовный розыск. Здрасте. А чем обязан? Мне нужен ваш брат Артем Говоров. А, так его нет дома, он не звонил даже? Он совершил серьезное правонарушение. И его укрывательство может быть расценено как пособничество. Это уголовно наказуемое преступление. Я доступно объяснил? Вполне. Только я не понимаю, он... Вообще-то, как он мог успеть? Он только что приехал. Однако успел. Разрешите осмотреть дом? Так а там нет никого. А Валя вот должна приехать с работы. А... И тем не менее, позволите? Прошу. Чертяка. Ты как сюда пробрался? По-соседски зашел. Тетя Дунь, сегодня к моему дому кто-нибудь подходил? Ну, когда меня не было. Утром, днем. Так это ты, что ли, сбежал? Да отпустили меня. Я же ни в чем не виноват. Ну, давай, вспоминай. Никто вроде тебя не спрашивал. Почтальон мимо прошел. Хотя, был у тебя гость, был. Кто, знаешь его? Его весь город знает, паршивца. Сынок Зябловский. Зашел во двор, постучал в дом, подождал немного. А в сарай? В сарай он заходил, видела? Да не знаю, не видать мне отсюда твоего сарая. А что, украл чего-нибудь? Да нет, принес, гаденыш. Если полиция будет спрашивать, не забудь ей все рассказать. Угу. Кто? Полиция. Ну, менты. Не забудь. С памятью у меня все нормально. Калитку до сих пор не сделала, она так и не закрывается. Обещал, я помню. Ну, если обещал, значит, сделаю. Да уж, не забудь. Чертяка. Беда-то какая. Светочка, ты не стесняйся. Обращайся, если что. Мы с Колей обязательно поможем. Валечка, милая, если что, что... Что? Коля! Ну где вы там застряли? Чай остыл. Да, минутку. Холодный. Минутку. Светочка, пей чай, давай с сушками. Тёма. Валь, дай чай. Чай. Ты понимаешь, тебя же все ищут. Все менты, понимаешь? Я Вале пока ничего не говорил, чтобы не волновать, но... А тут еще машина, ну ты вообще, ты... Мне в этой ситуации без машины никак нельзя. А обратиться не к кому. Ну же. Да что ты... Тёма, давай так, мне не жалко. Для тебя мне вообще ничего не жалко. Ты же понимаешь, кто еще... Но ведь это же...
пособничество. Понимаешь, пособничество по уголовному кодексу. Коля, брат. Тёма, брат. А если ты ее поцарапаешь, ты знаешь, сколько мы лет на нее копили? Меня Валька просто живьем съест. Ты знаешь, как я езжу? Откуда я знаю, как ты ездишь? Аккуратно. Я только на сегодня, завтра верну. Ну же, ключ. Тёма, втягиваешь ты меня в историю. Ключ. На, брат. Спасибо, брат. Только аккуратно, там сцепление что-то барахлит, не газуй поначалу сильно. Угу. Меня Валька живьем съест, и ей ничего не уезжайте, тихо, и все. Я понял. Света, нам пора. Вали, ничего. Вы куда собрались-то? Чаю не попил даже Тёма. Валечка, ты прости нас, пожалуйста, нам пора бежать. Беги. Давайте, до встречи. Давай. Слушай... Николенька? А? А ты о чем тут с братом шептался? Во-первых, я не шептался, а разговаривал. Вы слышали? Чем-то пахнет. По-моему, у нас что-то горит. Кулебяка моя! Кулебяка! Ой, кулебяка ты моя! Николя! Сюда, Тём, скорее! Помнишь? Полотенце давай! Очень осторожно! Так, не газуем, бережем сцепление. Зачем нам машина? Следить за Стасом. А он, как ты знаешь, все время на машине. Как ты будешь следить за Стасом, если за тобой следит вся полиция города? Вопрос. Надо изменить внешность. Вся надежда на тебя. Я парикмахер, а не пластический хирург. Я думал, первым делом ты профессионал. Ха! Можно покраситься, постричься не получится. Волос слишком короткий. Я что-нибудь придумаю. Но для начала поехали ко мне в парикмахерскую. Едем. О, Стас, а чё не посигналил? Так, не надо, не открывай, я на минутку. Так. Хорошо, что подчиненные не видят. Так. А мне нравится. Ну что делать, парик-то женский, все, что смогла, сделала. Нам главное что? Главное, чтобы не узнали. Ну-ка, в машину. Да. Что ему нужно? Сейчас посмотрим. Заодно проверим камуфляж. Между прочим, я старалась. Что такое? Сержант Ситников. А в чем дело? Мы не пьем, не курим. Или целоваться тоже нельзя. Здрасте. Ладно, отдыхайте. Прокатило. Поехали! Там какой-то клоун с бабой целуется. Его машина. А самого не видно. Ага. Ну что ж, подождем. Ну, подождем. Подождем, так подождем. Стас, мужик, с которым ты боковал, из полиции сбежал. Ну и ладно, калитку открой. Сергей Константинович мне голову снимет, если я тебя выпущу. Если ты меня не выпустишь, я тебе ее прострелю. Ты понял? Ты зачем это сделал? Что именно? Не прикидывайся, целоваться зачем полез? Ах, это... Это просто отвлекающий маневр. Чтобы не дать противнику себя обнаружить. Угу. Разве ты в кино не видела? Всегда срабатывает. Говоров, а если честно? А если честно, давно хотел это сделать. Просто искал повод. Ты нагло воспользовался ситуацией. Ты так говоришь.
как будто тебе не понравилось. Просто не люблю целоваться с мужчинами в париках. Поехал. Отложим. Сергей Константинович, Стас как с цепи сорвался. Взял пистолет и опять куда-то уехал. Не мельтеши, оставайся на месте. Сейчас все порешаю. Все, отбой. Так, Лысый, срочно найдите мне Стаса, чтобы он через 5 минут был здесь. Ищите, где хотите. Понял. Молодец. Че это у тебя? Фу, гадость какая. Соня, где мой коньяк? Сейчас несу. Артём, ну давай, догоняй его. Приближаться нельзя. Он нас засечет. Да так он вообще сейчас уедет. На этой колымаге нам его не догнать. Быстрее не едет. Так сделай что-нибудь. Я даже сцепления не жалею. Ага. Ничего. Ничего, никуда он от нас не денется. Наверное. Артём, пожалуйста, нажми на газ. Это самая правая педаль. По-моему, ты путаешь ее с тормозом. Так мы вообще никогда не приедем. Жми на газ. Послушай. Послушай, давай ты не будешь меня подгонять. Ладно? Этот болид едет как может. Иди! Я пожрать принес! Долго мне еще здесь сидеть? Здесь вообще-то сыро, и крысы бегают. Ты кушать хочешь? Пойдем. Придурок! Ненавижу тебя! Ну ладно, Вик, ну прекрати. Ты же все равно рассказал бы всем все. Ну что теперь, что мне всю жизнь теперь сидеть в этом сарае? Ну, я не знаю. Я много думал. И ты знаешь, выход есть. Какой? Ты на меня женишься и завалишь меня всякими бриллиантами, чтобы я тебя хоть чуточку просила. Ну, ты мне нравишься. Ты красивая. Ты мне нравишься больше всех. Ну так а в чем проблема? Боишься, что я тебя никогда не прощу? Еще 2 дня и точно никогда не прощу. Нет. Ты будешь тянуть с меня деньги. Ты будешь шантажировать меня. А потом все равно своим подругам все расскажешь. Знаешь что? Что? Ты по себе-то всех не суди. Ну ты знаешь что? Выход есть. Выход есть. Ты с ума сошел. Давай. Вик, ну я так не могу. Ну ты кричи, бей меня. Ну истери. Ну давай. Давай. Я должна тебе помочь меня убить. Да. Придурок. Я еще замуж за него хотела. Знаешь что? Пошел вон. Дай мне поесть спокойно. Да ладно. Шуток не понимаешь. Мы его потеряли. Да куда он мог подеваться? Тупик! Свернул на лесную дорогу. Ой, я же говорил, надо было ехать быстрее. Поехали, нагоним. Сергей Константинович, да. Стаса привезли. За городом на трассе нашли. Гонял туда-сюда. О!
Ну, проходи, присаживайся, рассказывай. Чё ты там опять натворил? Выкладывай проблемы и запомни, они только накапливаются и будет еще хуже. С ними всегда так. Да, действительно, у меня есть проблемы. Ну, точнее, не у меня, у нас у всех проблемы. Ну, давай, выкладывай, иначе отсюда не выйдешь. Пап, помнишь вчера у катера? В общем, ну? Я тебе не все сказал. Ну? Там была Вика. Я думал, что она ушла, а она осталась за контейнерами. Дура. И что она видела? Все. Вообще все она видела. Она никому не скажет. Родной сын хуже вредителя. Где она сейчас? Я отвез ее на хутор. Пап, я хотел ее сам, но я не смог. Я не знаю, что делать, пап. Ее все уже ищут. Сиди здесь и никуда не высовывайся. И не вздумай нажраться, как вчера. Хорошо. Лысый! Да, Сергей Константинович. Нет! Милые дамы, я попрошу вас выйти вон. Вон, я сказал! Значит так, бери Агдама и дуйте на заимку. Там спрятана девчонка. В лесу ее и заройте. Девчонку. Девчонку! Девчонку Стаса! Она вчера нас срисовала всех на складе. Понятно? Теперь понял. Сделаем. Агдам. Короче, Дакар, гвоздь. Заканчивайте это все тут. Дуйте на склад. Надо перевезти товар. Только быстро. Как будто его там и не было. Че, весь? Весь. Прямо сейчас? Прямо вчера! Бегом, руки в ноги! Угу. Я так и знал, что будут проблемы. Соня! Где мой коньяк? Сейчас будет поворот на лесную дорогу. Черт возьми, я помню. Метр через 100! Вон, поворачивай! Агдамище, я ствол-то не взял. Да ладно. У меня всегда с собой. А ты что думаешь, мы с девчонкой-то без ствола не справимся? Да не, я так, на всякий. Мало ли чего. Слышь, может, распишем ее на двоих, а? Все равно никто не узнает. Можно. Она такая симпатичная. Только я первый. Да какого? Я предложил. Ладно ты, разберемся. Надо смотреться. Ой. Да тут нет никого. Ты же видишь. Смотри. Что? Свежие следы. А? Стас был именно здесь. Да. Мама! Вика, мамочка! Вика, доченька, она здесь! Мама! Вика, доченька! С дороги. Это я, но не хахаль. Мамочка! Мамочка, моя хорошая, я здесь, моя девочка, я здесь. Я думала, я тебя, Илюша, никогда не увижу. Моя хорошая, что он с тобой сделал? Не бойся. Мам, почему он тут тебя запер? Он меня убить хотел. Подонок полный, правда, кишка тонкая оказалась. За что? Что это такое? Камуфляж. За что? Я там такое видела. Они убили 3 человек, представляешь? За что? Я не знаю, у них там какое-то оружие было. Они на ящиках носили туда-сюда. Оружие? Да. Они меня не видели. Это Стас меня сюда привез и держал. Говорила я, вляпаешься ты из-за своего Стаса. Мамочка, ну не начинай. Ну, пожалуйста. Все, я так помыться хочу. Поесть по-человечески. Там, знаешь, крысы как есть. Помывка отменяется. Короткими перебежками за мной. Давай. Сюда. Иди сюда. Стоп. И сидите тихо. Ага. Пока я не позову. Да, хорошо.
Сергей Константинович, тут уже кто-то есть. Не, похоже, не менты. Ага, понял. Сделаем. Ну и что там? Пацаны уже едут. А здесь шеф сказал валить всех, даже легавых. Круто мы попали, если даже легавых. Дом не продается. Что? Кто тебя прислал и зачем? Да никто, мы сами приехали. Неправильно. Нет. Следующая пуля в лоб. Повторяю вопрос, кто ты и зачем? Да шеф прислал. Шеф, это Стас? Да Стас пацан, я бы прислал. А, значит, папенька уже в курсе. Да тебе все равно конец, пацаны уже едут. Спасибо, что сказал. Анестезия нужна? Давай, если есть. Оно у меня всегда с собой. Девочки, по машинам. Вика, не смотри, ты что наделал? Эти люди живы? А если бы и нет, двумя уродами меньше. Ты бандит, Говоров! Они приехали убить Вику. Мама, не надо его с бандитами сравнивать. Машину! Звезды пройдут. Слушайте, пойдемте, там трасса недалеко. На трассу трасса? Нельзя. Там бандиты. В лес. Бегом. В лес. Бегом. Ой. А! Фу. Я напрочь не понимаю. Вот как вы могли его упустить? Мы все делали по инструкции. Этот вояка настоящий диверсант, профи. Я тебе говорю. Как в кино. Ага. Вы еще в объяснении напишите, что вам встретился настоящий Бэтмен и цыганский Человек-паук. Адам, заткнись, я все понял. Скоро вас заберут. Нет, езжайте сразу к Лепиле. К нашему, я видеть вас больше не могу. Не надо мне больше ничего объяснять, все. И по поводу этих троих я тоже все понял. Идиоты. Пацаны, короче, у нас большие проблемы. Лысый и Агдам упустили девчонку Стаса. Не кисло. Че, серьезно? Серьезно, конечно, серьезно. Ладно, Гвоздь, собирай всех и на северную трассу. Выстави посты вокруг этого заповедника. У ментов это называется оцепление. И позвони Савелию, устроим им сафари. Какое сафари? Там одна девчонка. Нет, там еще мамаша и вояка, который, кстати, голыми руками покалечил. А где мой Лысого? Не кисло. Слушай, заткнись, кислый. Короче, Савелий будет гнать их по лесу. Ну а если вдруг они как-то выйдут к трассе, вот там вы их и мочите. Чистую, без разбора. Чё сидим? Кого ждем? Так, ну а я ментов напрягу. Ментам тоже деньги нужны.
Алло, Трухин. Хорошо, я постараюсь. Ну, чем смогу. Хорошо. Все, кажется. Так, ты тоже закругляйся, сдаем сочинение. Ну что, мы пойдем? Пойдем? Да вы бегом должны бежать ловить беглецов! Цыган как пить дать уже из города свалил. Его свои спрячут, не найдешь. Да забудьте про цыгана. Ищите Рэмбо Бэтмена. Не поймаете, получите по полной за халатность. Ну а если поймаете, похлопочу насчет премии. Намек ясен? Ясно. Мы сегодня на сутках, будем патрулировать каждый угол. Давайте, орлы, давайте, надо реабилитироваться. Ну чё сидим, пошли работать! Не бойтесь. Это не страшно. Даша! Совсем не страшно. Смотри, вот. Вика! Спокойно. Бегом. За мной. Вперед. Ты собираешься сжечь мост? Нельзя. Это след. Вперед. Что? Вперед! Что? Артём, пожалуйста, не могу. Давай. Пусть лучше меня убьют. Ну, доченька, ну потерпи, пожалуйста. Ну, правда, мам. Артём, а правда, почему так долго идем? Давно бы могли уже выйти на трассу. На трассу нельзя. Там нас наверняка ждут. Зяблов не идет. Тихо. Давайте вперед. Поднимемся, сделаем привал. Бегом. Вика. Понял. Ты обещал. Ладно. Привал. 5 минут. Связи как не было, так и нет. В полицию не позвонить. Говоров, что мы будем делать потом? Пойдем в город параллельно трассе. Угу. Что? Это что, план спасения такой? Нет, мне интересно просто, а мы когда до города дойдем по этим буреломам? Надеюсь, завтра. Мам, ты слышала? Завтра. Так, все, тихо. Тишина в эфире. Останусь. А мы куда? Они из хутора час назад ушли. Наверняка в город двинулись. На трассу не пойдут. Их там встретят. Так. Так что мы их в лесу в клещи возьмем. Это как это? Вы сейчас лес объедете, а потом с города зайдете. Угу. А я им здесь на перерез. Только не расслабляйтесь. Оружие наготове держите. С собой. Все. 5 минут прошло. Путь. Сейчас еще 2 минуточки, ладно? Послушай, деточка, чем дальше мы уйдем от хутора, тем больше шансов, что мы спасемся. Хорошо. Ну-ка, встать! За мной! Бегом! Мам, чего? Ой! Черт.
давай, едем в воскресенье. Я тебе такой праздник. Голубки. Че надо? Вы здесь не видели двух женщин и одного мужика? Нет. Ты че такой невоспитанный-то, а? Мужики, валите отсюда! Брось топор! Брось топор! Это что такое? ПМ. 9 миллиметров. Это что, за нами погоня? Думаю, да. А что же они там стреляют? Не знаю, знаю только одно. Мы туда не пойдем. А куда? Вперед, туда. Мужики, вы чего? Ты что, глухой? Тебя же спрашивали, проходили или нет. Ребята, мы здесь 2 часа сидим. Правда, никого не видели. Ну, так бы сразу и сказали. Эх, молодежь. Вечно вас воспитывать надо. Чего ты сразу за топор взялся? Ах, что нам делать-то было? Ну, ты же видела сама. Кофе мне сделай. Хорошо. Бась, ну, что там в лесу? Вику нашли? Пока не нашли. А я смотрю, ты вроде как и рад. Ваше да. Молочко. Спасибо, Софья Михайловна. Нравится она тебе. Ну что, теперь жалко девчонку? Ну кто знал, что так получится? Кто знал? Кто знал? А нечего было таскать баб куда? Нельзя. Теперь уже поздно. Так бы на месте разрулили, и все. Теперь вон что получилось. Родной сын как... враг в доме. Ну, пап, ну прости. Можно я в лес поеду? Савелью помогу, но перед пацанами вообще как-то неудобно. Можно Машку за ляжку и козу на вазу. Помощник, помог уже. Без тебя обойдутся. При мне будешь, пока все не разрулим. Соня, где мой коньяк? Идиоты. Я вас чуть не пристрелил. Да опустите вы пуколки свои. Савелий! Что же еще? Напугал. Кто стрелял? Ну, я. Зачем? На придурка с топором нарвались. Убил? Нет. Так зачем стрелял-то? Ну, так напугать, не драться же с ним. Идиот. Вояка врубился теперь что к чему. Из тропы свернул. Судя по всему, он туда. Ну так что, идем? Погоди, погоди. Я сам разберусь. Тут надо тихонечко, по следу. Подожди. Зяба сказал, чтобы мы тебе помогали. Вы мне только мешать будете. Езжайте к хате лесника. Там затихаритесь. Походу, они к ней идут. Там и встречаемся. Добро. Вставать, не растягиваться. Пошел, пожалуйста, давай пойдем по дороге. Нам нельзя по дороге. Пойдем. Ну я не могу больше по этим кочкам. Я уже все ноги переломала. Послушай. Нет, все, я пойду здесь, а вы меня потом догоните. Я не так, могу Лука, больше, стой. Честное слово. Вика. Смотрите, дом какой-то. А пойдем туда, там наверняка люди дом? Есть. Пойдем. Послушай, нам туда нельзя. Ну почему, Артем? Там же люди. Во-первых, мы не знаем, что это за люди. А во-вторых... мы не должны попадаться на глаза. Слушайте, ну это же ну просто ну паранойя какая-то. Это элементарное требование безопасности в данной ситуации. Это понятно? А я есть хочу. Я пить хочу. Я устала. Я хочу хоть какой-нибудь человеческой еды. Это понятно? Вика, доченька, пожалуйста, прекрати истерику. Ах, вы спелись уже? Я не железная. Вика! Стой, постой. Не делай глупости. А что будет? Что ты мне сделаешь? Ремня дам и в угол поставлю на горох. А ты вообще мне кто? Папа? Так, гляди-ка, птичка. Где?
папа, не меня. Папа. Спусти ну, меня. Стоять. Опусти ее. Ставь на землю. Только медленнее. А то башку разнесу. Я в курсе, что ты крутой. Так что стреляй сразу. Только дернись. Зачем тебе мокруха? Ты ведь лесник, не бандит. Я говорю, поставь, поставь. Ну? Дяденька, а мы же вам ничего плохого не сделали. Ты тоже не дергайся, а то в него шмальну. Руки. Выше, 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 выше. Так. Где третья? Мамочка, беги! Даже не думай! Дочь покалечу! Я здесь. Я иду, вот она я. Вот и умница. Ну, а теперь все трое, двигайтесь ко мне во двор. Ну? Гостеприимный ты хозяин. Зачем мы тебе? Мне вы без надобности. А вот зябловские вас очень даже ищут. Ага, гонцы были. И еще приедут. А премия за вас мне очень даже не помешает. А ты в курсе, что зябловские хотят убить этих дам? Ну и меня заодно. Это не мое дело. Значит, возьмешь грех на душу. И не гнется тебе потом. А ты мне на жалость не вери. Мне эту жалость на пересылках выше. Дяденька, ну они же нас правда убьют. У вас дети есть? Может и есть. Где? Я не интересовался. Ну ты действительно леший какой-то. Ничего человеческого. А может просто расстреляй нас здесь, а? Чего ждать? А мне лишним не надо. Вот будете сопротивляться, я вас и грохну. А так я без удовольствия. Я человечный не ем. Ну и что ж теперь делать? Двигайте в сарай. Но... Пошли! Вперед! Спокойно. Вперед в сарай. Открывай. Ну, живо. Вот так. Ну что, девчонки, как дела? Пока не родила. Как рожу, так скажу. Здравствуй, Золотая. Погадать? Разрешение на индивидуальную предпринимательскую деятельность есть? Ну что ты, Золотой, разве мы не договоримся? А чего глаза такие печальные? С женой поссорился? Я не женат и взяток не беру. Ай, Золотой, зачем обманываешь? Есть у тебя жена, только в ссоре ты с ней. Хочешь, помирю? Значит так, хватит зубы заговаривать. Передайте вашему Яшке, что я его все равно возьму, сколько бы он ни бегал. Какой Яшка, Золотой, о чем ты говоришь? Не понимаю я тебя. И еще, передай старшему, что больше всего меня интересует второй беглец, который Яшке помог. Вот если он засветится, жду звонка. А нам что с того? Поможете следствию, поможете себе. Делайте здесь все, что угодно. Ну а если решите покрывать, выгоню из города. И тебя, и твой табор. Доступно объяснил? Что ты так нервничаешь, Золотой? Давай руку покатаю. А! Дяденька, хоть накормили перед смертью. Я не зверь, чтоб голодом морить. А я вот вас как увидела, сразу поняла. Вы тайный гуманист. Так может отпустите? Даже не начинай. Завязывай. Ну а где эти бандиты-то ваши? Когда приедут? Надоело ждать уже. Сегодня обещали заглянуть.
значит, будут. Ага. Скорее бы. До лопаты ровно 6 шагов. Ага. Она стоит вот здесь, за углом. А если там не будет лопаты? Она там есть. Я ее видел. Если ты не найдешь лопату, просто вернешься. Артем, я боюсь. Это нормально. Ну, ты готова? Ну уже, ну. Хозяин! Я в туалет хочу! Не придумывай, а! Да я не могу при мужчине! Вот пижоны городские, а! Ладно! Выходи одна! Дверь под прицелом. Ложись. Дверь закрой как следует. Хорошо. Как было, подобри, да? Ага. Вот так. За мной. Куда? Туда. Ага. Вот куда так, это? Стоять. Так. Туда? Туда, туда. Туда. Да. Готов. Я его убила! Нет, убила! Все обошлось. Обошлось. Ничего. Ну все. Ну все, все, все. Ну вы-то теперь как? Ноги в руки и бегом отсюда. Что, опять пешком, что ли? Нет, на самолете. За мной. Пойдем. Слушайте, а ведь это же тропинка, которая к озеру ведет. Давайте по ней пойдем. За тебя сегодня мы уже свернули. Так, ты стоп. Мне всю жизнь будешь корить теперь? Она права. Я? Идите по тропинке к озеру. А ты куда? А я вас догоню. Сделаю пару сюрпризов. Говоров, мы с тобой. Нет. Мы что, тебе мешаем? Да, мешаете. Встретимся у озера. Мам, пойдем. Все. Ну что, больно? Еще бы. А ты что хотел, а? Чего хотел? Ничего не хотел. Он уже здесь. Леший их упустил. Видел, как они его отделали? Ну, а мы опоздали. Давно они здесь были? Да минут 40 назад ушли. А, куда двинулись? Куда-куда? Откуда я знаю, куда? В лес, наверное, ушли. Ничего, нагоним. 40 минут ерундовая фора. Сэра, теперь мы с тобой, без вариантов. Ну тогда пошли, только не отставайте. Ладно. Ждать не буду. Слишком ярко. Леший, за машину головой отвечаешь. Понял? Давай. Коля, а это что такое? Что? Ну, наша машина. Я вижу, что это наша машина. Что с ней случилось? Почему ты ничего не сказал? Ее что, угнали? Не совсем. Я все поняла. Это твой брат. Вот о чем вы шептались. Ты отдала ему ключи от нашей машины, а он... Спасибо. Подожди, это...
Просто железо. Ой, боже. И все. Боже мой. Просто железо. И ничего в этом страшного нет. Нет. Да? Да. Миллионер ты мой. Миллионер. А за чей счет банкет? За наш. А тебя не волнует, кто был в этой машине? Артем и Света. И куда они делись, тебя не волнует? Да что с ними случится? Да. Что, что? Их везде ищут, машину нашли в клете. Привезли сюда пустую на эвакуаторе. И где они, никто не знает. Больше не говори мне про деньги и про железо. Понятно? Коля, я все поняла. Коля! Коля! Далеко еще? Топай. Когда дойдем, сам увидишь. Ну я серьезно, куда идем-то? По тропе, к озеру. Че, встали? Не нравится мне что-то. Че не нравится? А что толком не пойму. Что-то натоптано тут очень. Сейчас посмотрим. Сава, что это было? Привет загонщику от Волка. Ну, у тебя есть шутки. Глянь, что с ним. Дышит. Оклемается. Я убью его. Стой! Стой, сказал! Куда ты палишь, дурень? Сними меня отсюда! Идиот непуганный. Плечо сломал! Плечо! Окажите друг другу медицинскую помощь. Бараны. Какие люди без охраны. Здорово, начальник. Здорово, Карп. А я смотрю, уже с утра чиферишь. Тебе какое дело? Когда хочу, тогда и угощаюсь. Ты же не за этим пришел, начальник. Ну да, надо поговорить. Зачем в хату пришел? Вдруг увидит кто. Значит, скажешь, что я приходил проверить, как ты соблюдаешь УДО. Мне некогда шифроваться. Ишь, как приперло. Значит так. Мне нужно знать, что творится у Зябловских. Кого они ищут и зачем? Да вот этого красавца и ищут. И еще двух баб. Маму и дочку. Они им зачем? Не знаю. Зяба сказал мочкануть. Хорошие деньги платят. Всех троих. Ничего себе.
А ты думал, зяба в шашки играет? Тут очень крутой замес. Я в детали не вдавался. Меньше знаешь, крепче спишь. Да я и этого знать не хотел. Так и знал, что в какую-то гниль влезу. Вот ментяра, ни тебе здрасте, ни тебе до свидания. Вика, пойдем назад. Слушай, это же цыгане, не бандиты. Сейчас никому нельзя доверять. А главное что? Главное подождать Артема. Ладно. Девушки, погодите. Если вы нас тронете, я буду кричать. Да кричи сколько угодно. Тебя здесь никто не услышит. А что такое? А я тебя помню. Ты вчера в табор приходила. Ну и что? Пойдем в Болтуш, разговор есть. Нет, ребята, вы что? Не пойдете, хуже себе сделаете. Мама, пошли. Пошли. Пойдем. Все нормально. Спокойно, все хорошо. Все хорошо. Ну что, Болтыш? Что думаешь с ними делать? Эти женщины ищут зябовские бандиты. Несам де Крагенце. Ты что, хочешь отдать женщин бандитам? А? Они, конечно, не наши, но все равно. А наши, не наши, какая разница? С местными авторитетами лучше не ссориться. Миродавы, надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Вот именно. Я знаю, что делаю. И будет так, как я скажу. Эй, красавицы! А? Иди сюда. Пойдем. Thank you.
красавица. Ну, здравствуй, золотой. А где все? А кто тебе нужен? А я сейчас посмотрю. Нет там никого. Тихо, тихо, сидеть. Посмотрим. Эй! Тебя кто звал, а? Да что тебя ты? Кто звал? Да что это делаешь? Мой дом! Да, вот хочешь бешеная. Посмотреть, а? Что я там не вижу? Что ищешь, любезный? Двух баб и мужика. Здесь нет никого. Только свои. Мы точно знаем, что эти трое должны выйти из леса прямо сюда. А, хочешь, смотри. Нам с серьезными людьми ссориться не в масть. Пропусти его. Пусть смотрит. Вован, поехали. Не дай бог, узнай, что прятали чужих, землей весь табо сравняем. Ну все, ребят, отдыхаем. Где вы? Думаешь, они ничего не заподозрили? Эх, какая разница? Ой, вернуться, Болтыш. Ой, вернуться. Слышь, что? С цыганами связываться себе дороже. Это опять я. Да, видим, видим. Смотри. Ой, бедовый. Только тебя здесь не хватало. Я потерял двух своих женщин. Они должны были выйти из леса. И вы их наверняка видели. Где они? Ну, что молчите, ромалы? А? Спокойно. Спокойно. Скоро увидишь своих женщин. Да, Велмиро, разбирайтесь сами. Здравствуй, бриллиантовый. Дай ручку погадаю, кого ищешь. Не понял. Викусь. О, как это было. А вот так. Быстро нашел. Давно не виделись. Не хотели идти еще. Я тебе говорил, Яшка вернет долг. Ну вот, получай. Ты спас мне сына. Я тебе вернул твоих женщин. Края? На дороге полно бандитов, больше, чем ментов. Утром отвезем вас в город. А сейчас отдыхай, брат. Мой дом, твой дом. Прошу. Пошли, пошли. Артем! Ух ты! Ща красивенько. Опа. Станислав Сергеевич, очень хорошо, что я вас застал. Мне нужно задать вам несколько вопросов по поводу исчезновения Виктории Дробышевой. Батя! К тебе пришли! Нет, вы не поняли. Мне нужны именно вы. Да у тебя это... Какие-то проблемы, капитан? Дело в том, что я ни разу не опросил вашего сына под протокол. А дело очень серьезное. Зайдем ко мне в кабинет на пару слов. Стас никуда не денется, а мы перетрем по-взрослому. Я не понял, капитан, мы же вроде договорились. Мы ни о чем не договорились. Я разыскиваю девушку. И никаких услуг никому больше не оказываю. Ты, наверное, тиран и деспот у себя дома. Да нет, как раз наоборот. Белый, пушистый. Да? Подкаблучник. Ты. Дело в том, что солдаты люди дисциплинированные. Им необходим командир. Врешь ты все. Интересно, а почему твоя жена оставила такое сокровище? Ну, во-первых, бывшая. Это важно. Ну, во-вторых, представления о сокровищах у каждого свои. Так. Пока я воевал, она нашла другого.
Знаешь, когда она ушла, я даже был рад. Угу. Рад? Жена военного. Профессия. Угу. Это призвание. Угу. Но она, видимо, к этому оказалась не готова. А расскажи-ка мне про ужасы этой профессии. Думаю, не страшнее жены алкоголика. Понятно. Значит, ты чуть там разнюхал и решил встать в сторону, пока мы сами с Ваекой разберемся. Зря ты так. Я со своими не скуплюсь. А я взяток не беру. Ты просто настоящих взяток не видел. Давай так, мы с тобой в кабинете одни, поэтому на чистоту. Ты мне нужен, а тебе нужны деньги. Деньги ведь всем нужны. Я не понимаю, о чем вы говорите, но не готов продолжать дальше разговор в таком духе. Чудак. Цена есть абсолютно у всего. Ты замерзла? Замерзла. Ну, во-первых, это не штатные гарнизоны. Угу. Где нормальной женщине совершенно нечего делать. Ни музеев, ни театров. Ни даже ночных клубов. Я в клубы не хожу, пугай дальше. Жилье, как правило, общага. Даже для семейных. Общежитие проходило, ну, что еще? А еще... А еще ночные тревоги. Ага. Незапланированные командировки, когда несешься, не зная куда. А жена сутками напролет не знает, жив ты или нет. А ты чего, собралась замуж за военного? М? Смотри, здесь миллион зелени. Помоги мне, и все это будет твоим. Ты начнешь совершенно другую жизнь, безбедную жизнь, нормальную жизнь. Просто забирай и все. Вот так прям целый миллион? Прямо целый миллион. Я понимаю, что решиться трудно. Но ты подумай. Он тебя здесь ждет. Подумай. Просто кивни, и все. Значит так, ночью отзвонил Савелий, вояка с бабами, в город ломанулся. И что дальше? Что дальше? Дальше вы вдвоем стоите на въезде в город, проверяете все, что движется, все автобусы, весь транспорт, все досконально. Все, по машинам, поехали. Слышь, а я знаю, где братан вояки живет, можешь там посмотреть? Ну а что ты тогда стоишь? Давай-ка паси хату братана. Ну, а нам-то что делать? Вам? А вы дежурите у ментовки. Это сейчас самый важный объект. Они обязательно туда сунутся к ментам. Может и ломануться, только сразу нагнуться. Ну а что стоим-то, раз все ясно? Давайте по машинам и не спать. Если вы все это мне провалите, я вам бошки поотрываю. Ой, смотри. Да в чем дело вообще? Так это безобразие какое-то, а? Я боюсь. Расскажите, наконец, что случилось? Страшно. Нету их. Одни старики, ты пошел. Можешь ехать. Да достало мне уже здесь торчать. Ты зяби об этом расскажи, поплачься на жилетку. Может, пожалеть домой отпустит и денег даже.
Он даст. Догонит и еще даст. Давай. Бахтово, дорогой. А, Жужа, куда это вы в такую рань? Ай, бриллиантовый, не волнуйся, не к тебе в гости. А это кто с тобой? А это моя сестра с мужем и с дочерью из Кишинева приехали погостить. Эй! Что-то я не помню таких. А ты, бриллиантовый, всех цыганок в лицо знаешь. Я для своих детей путаю. Говор жопа, курносенькая. Вот, держи, маме передай. Пусть хрустит, старушка. Ай, на мы поехали, бриллиантовый. Ну что, Боб, пусть едут. Валите, с катертью дорожка. Болтушу привет. О, закусочка. Слышь, кислый, а нам обязательно первыми на рожон лезть? В каком смысле? Ну, если найдем этого Бэтмена с его бабами, что делать? Он вон уже сколько наших покалечил. Вован, да ты никак очкуешь. Я очкую? Не, просто пожить хочу. Ну, спасибо тебе, Ромало. В расчете. Извини, долго прощаться не могу. Мне здесь вообще появляться не с руки. Я понимаю. Как вы теперь? Бандиты могут узнать. Пускай ищут ветер в поле. Табор уже далеко. До свидания. И вам спасибо, до свидания. Бегом, бегом. О, гляди, кто это? Не кисло. Ты видал? Это они. Блин. Не успели. Зяба теперь вообще звереет. Да пусть только вякнет. Это его проблема. От начала до конца его. Сергей Константинович, это кислый. Торговля оружием, тройное убийство плюс похищение человека. Ничего себе. Букет. Теперь вы понимаете, что свидетельнице нужна защита. Ее и так пытались убить. Еще и покушение на убийство. Вот Зяблов, вот подонок, а? Ну ладно, Слава, не прыгай. Это мне суетиться надо. Извините, товарищ полковник. Я просто думаю, что его надо закрыть. По максимуму. Товарищ полковник, мы можем вполне прижать Зяблова. Похищение, покушение – это уже немало. А вот по всем остальным эпизодам доказательная база слабовата. Нужно найти оружие, трупы. В общем, сами все знаете. Но, слушайте, так я же слышала, как он сказал, что трупы надо утопить за рыбхозом. Значит так, я отправляю туда специалистов, чтобы все прочесали. Слава. Да. Снимаешь показания с потерпевших. Угу. И передаешь Алексею Геннадьевичу. В процессуальном плане все должно быть безупречно. Чтобы Зяблов со своими адвокатами не увильнул. Не беспокойтесь, не увильнет. Товарищ полковник, у меня еще есть пара вопросов Говорову по поводу побега из-под стражи. Да. Накуролесили вы тут у нас. По-хорошему, закрыть бы вас надо, но, учитывая помощь следствию, в общем, банда Зяблова для нас сейчас важнее. Алексей Геннадьевич, значит, разбирайтесь с майором, но без фанатизма. Хорошо. А я пока организую охрану свидетельницы. Посмотрим, что можно сделать. Все свободны. Пожалуйста, подождите здесь в коридоре, а вы проходите ко мне в кабинет. Ну, давай. Проходите. Никуда не уходи из полиции. Сейчас это самое безопасное место. Это я уже поняла. Я скоро. Угу. Подпишите внизу. Подписка о невыезде. Угу. Побег из-под стражи – дело серьезное. Вот здесь? Вот здесь. Хм. Вот здесь. Вы Света, да? Да, а что такое? Ваш приятель Артем просил передать, что его куда-то увозят.
Пойдемте, я вам покажу. Куда? Во двор. Пойдемте, я вам все покажу. Да что ж такое, что за безобразие? Ну, одним словом, менты. Начальник отдела сказал, не что говорите. Самое главное, это банда Зябла. Форменное безобразие. Что да. такое? Начальник отдела же сам сказал. Погодите, погодите, а на каком основании меня взяли под стражу? Против меня было возбуждено уголовное дело? Будем разбираться. Подписывайте. Нет, подождите. Если не было дела, не было задержания, то не было и побега. В любом случае, вы оказали сопротивление. Ударили человека в форме. Двоих. Подписывайте. Знаете ли, никаких телесных повреждений я не оставил. Ни ссадин, ни синяков. Я-то свое дело знаю. Это я понял. Подписывайте и уходите. Но старший приказал без фанатизма. Я понял. Адвокат звонил. Скоро будет. Ну, придется немножко подождать. Ну, хорошо, не проблема. Так. Ой, извините, мама. Да, конечно. Да, мамочка. Слушай сюда, девочка. Телефон твоей мамы у меня. Твоя мама тоже, естественно, у меня, и она шлет тебе большой привет. Вика, скажи, Артем! Тихо, тихо, сказал, голову оторву. Слушай сюда. И запоминай, если ты хочешь, чтобы твоя мама осталась жива, ты выполнишь все, что я тебе сейчас скажу. Во-первых, никаких переговоров с ментами. Во-вторых, ты прямо сейчас поднимаешься и уходишь домой. Все ясно? Да, хорошо, я поняла. Вот и молодец. Фу! Что-то случилось? Я не буду давать вам показания, извините. И вообще мне пора. Подождите. Кто вам звонил? Я вам ничего не скажу. Вы же не имеете права меня задерживать. Да, конечно, вы можете отказаться от своих слов. Ну, но хорошо. Я вам советую успокоиться. Поговорите с мамой, она сидит в коридоре. И возвращайтесь, я вас буду... А вы не видели здесь девушку? Нет, не видела. Послушай, где они? Свет. Она должна была... А где Вика? Вика вышла. Я, кажется, догадываюсь, куда. Быстро со мной. Я туда. Я в обход. Иду домой. Вика! Не двигаться, стрелять буду! Ну что, целы? Ну как, цела? Да, только вы меня задавите. В полицию, бегом, быстро. Что он сказал тебе по телефону? Он сказал, что не убьют маму. Если я дам показания или буду вообще с ними разговаривать. Артем, что нам делать? Все, успокойся, успокойся. Тихо. Киллер ушел. Ну и так понятно, кто заказчик. Что? Что вам понятно? Что Вика, вам понятно? Тихо. Вика, Вика, мы с капитаном знаем, что делать. Мы в такой ситуации были не раз. Поверь нам. Послушай, ее надо закрыть в одиночной камере. Это самое безопасное место для нее. Сделаем. Да вы что, с ума сошли? Они же маму убьют, пока я здесь сидеть буду. Не убьют. Света для него единственный козырь. Поэтому он будет тянуть до конца. Он тебя выманивает на линию огня. А ты, дурочка, ведешься. Понимаешь, это ты для Зяблова опасна. Ты, не Света. Как только ты дашь показания, Зяблову капец. Поэтому сиди, ни с кем не разговаривай, ничего не подписывай. Сиди в камере, как мышка, пока капитан не съездит и не добудет доказуху на Зябу. А мы что-нибудь придумаем. Надеюсь, вы знаете, что вы делаете. Знаем, знаем. Все хорошо. Послушай, деточка, это мужские игры. Не мешай. А сейчас...
Дай телефон. С этого момента со злодеями буду разговаривать я. Пап, подожди. Неужто все так плохо? Нет, не все так плохо. Можно еще все исправить, если правильно сыграть от борта. Но подожди, а что мне делать? Сухари сушить. Поедешь со мной. Тебе, между прочим, тоже немало светит за похищение человека. Че ты смотришь на меня? Пятнашка корячится. Какая пятнашка, пап? Да эта соплячка тоже человек. Поехали, все, в машину бегом. Да, едем хорошо. Ну что тут у нас? Троих уже достали. Похоже, еще будут. Ясно. Начальство предупредили? Уже едет. Понято. Девчонка не обманула. Трупы явно из зябовской разборки. Да, теперь зяба попал по полной. Не отвертится. Слушай, Славик, ты чего-то там про премию говорил. Может, посодействуешь? Вон какой у нас улов. Ты что, совсем оборзел? Беглец сам пришел. А вот эту подводную охоту я никому не заказывал. Ну, что у нас тут? Судя по трупным окоченению и кожным покровам, смерть наступила 3-4 дня назад. Но огнестрел в грудь, с близкого расстояния. Ясно. Вот сюда проходить. У нас тут, конечно, не курорт, но ничего, жить можно. Располагайтесь. Здесь? Ну да. Вон некоторые даже уходить не хотят. Ну это точно не про меня, я уже сейчас хочу. Эй, майор, давай к нам ее сюда. Заткнись! Начальство сказало, лучше посидеть, значит, лучше посидеть. Так надо, это ненадолго. Запашок, конечно, еще тот, но привыкается быстро. Так, постельное белье у вас чистое. Ну, в общем, располагайтесь. Если что, стучите. Я тут рядом. Отдыхайте. Отдыхайте. Слышь, подруга, отдыхать везде можно, если не трогают. С премией обломались, товарищ лейтенант. Что теперь будем делать? Будем работать над выговором. Ух ты, кислый. Куда это он намылился? Может, его сдадим? А что предъявим? Да что угодно. Давай подъедем. Эй, кислый! Подожди! Некогда мне, начальник. Опаздываю! Кислый, стоять! Стрелять буду! Стоять! Сдаюсь я, сдаюсь я. Ваше дело. Давай. Ну, чего убегал? Так, я на пароход опаздываю. Торопился. У меня и билет есть. Что ты лепишь? Ты же в другую сторону шел. Так а что сразу стоять? Что я сделал-то такого? Спокойно. Поедем в участок, там тебе все объяснят. И про похищение. И про трупы в озере, и про вашего зябу. Не ты что, а какие трупы? Да я же тебе говорю, мои информаторы здесь не помогут. Времени в обрез. Надо узнать место, где зяба прячет Свету. Есть какие-то мысли? Нужен человек из ближайшего окружения. Ну это ж нужно искать. Так.
Братки после нашей встречи наверняка лечатся. Может, больница их поискать? Mm-mm. У Зябы свой врач. Он болтать не будет. Хотя... Я тебе черкану его адрес. А ты? А я не могу. Не спрашивай, есть на то причина. Тем более, мне он все равно ничего не скажет. А ты, как частное лицо, можешь поговорить с ним по-другому. Только не переусердствуй. Спасибо за адресок. Ага. Так. Давай. Да. О, я выиграл! Вот у тебя, Соточка. Опять. Опять в карты играет. Вам что, делать нечего? А чем еще заняться-то? Не знаю чем. Подумать. Или я за всех думать должен. Савелий облажался. Как вам и надо, что Савелий облажался? Да заткни ты ее! Возьми, да позвони. Держи. Позвони. Вставай. Умник. Чем завязать? Позвоню. Да поясом завяжи. Что вы делаете? Тихо. Что? Сядь. Алло. Девочка, ну где тебя носит? Я тебе не девочка. А, вояка? Раз что узнал. Так вот, если со света упадет хоть один волос, тебе конец. Ты перешел черту, и теперь будешь иметь дело со мной. К полиции не имею никакого отношения, и пленных не беру. Я-то тебя понял. А вот теперь ты пойми. Твоя Света жива до тех пор, пока ее дочка держит свой язык за зубами. Если, не дай бог, она что-нибудь подпишет или сболтнет. Твоей Свете конец. Вот ты меня понял? Я понял. А ты поняла? Где ты был и что делал в прошлую пятницу? А что такого случилось в пятницу? В вашей Зябловске убили 3 человек при покупке оружия. Где ты был в это время? А что я? Где я был? Как всегда. В бильярдный шары гонял. Кто может подтвердить? Во все наши. Не, кислый, братва в свидетели не катит. Вы все под подозрением. Значит, алиби у тебя нет. Чувствуешь, чем пахнет? Не кисло. Тройное шьешь, начальник. Ну-ну, давай. Доказывай, если сможешь. Только меня на понт не возьмешь. Да тут, кислый, доказывать нечего. Есть 3 трупа, есть свидетель. Если ты не убивал, так паровозом пойдешь. Вы все влипли по самые гланды. Тут вопрос в другом. Кто из вас первый начнет со следствием сотрудничать, тот меньше на зоне будет корячиться. Доступно объясняю? Чего ж тут не понять-то? Где Зяба? Где они держат заложницу? Вообще без понятия. Я же свалить хотел, раз пошел такой замес. Ну и богу, начальник, я даже не интересовался. Так, значит, сотрудничать отказываешься. Хорошо, на вопрос. Где Зяба? Погоди, погоди писать-то! Ну, правда, не знаю. Может, на Малом причале? Там пацаны катера свои держат. Место тихое. Может, там? Ладно, проверим. Здорово, Колян. Привет. Ну, слушай, ты мне прости за эту машину, а? Прости? Не, ну, простреленное колесо заменил. Бампер поставил. Двигатель вроде в порядке. Осталось кузов покрасить. А самое главное, жене объяснить, как такое могло произойти. А то она мне уже весь мозг вынесла. Я же тебе сказал, ремонт за мой счет. А что машина? Опять на ходу, да? Даже не думай. Машину я тебе больше не дам. Можешь сам сесть за руль. Во-первых, у меня сегодня педсовет. А во-вторых, ни при каких условиях, ни в каком случае я
с тобой никуда не поеду. Все очень плохо. Свету похитили, хотят убить. Куда ехать? Я покажу. Не забывай, я в погранвойсках в армии служил. Я помню. Не надо. Где остальные? Да какие остальные? Где зяба? Где женщина? Вообще без понятия. Ты чего, один тут? Ну да, а что такое? Зяба, где? Где он может быть? Да я в натуре не знаю, но я со вчерашнего дня на больничном никого не видел. Так, в машину его. Куда это? В тюремную больницу, лечиться. Славик, что насчет премии? Ты что, больше ни о чем вообще думать не можешь? Все, переговоры окончены. Калач, Вован, отключайте мобильники. Стас, ты тоже. Аккумуляторы туда. Думаешь, запеленгуют? А как же мы без связи? А у меня есть номер, который вообще никто не знает. Поэтому теперь связь держим только через мой мобильник. Ясно? Давай. Так, нам надо узнать, где они прячут девочку. Бать, а у кого? У кого, сынок? У ментов. Конечно же, у ментов. Запомни. Весь бизнес всегда держится на связях. Везде у тебя должны быть свои люди. Да, Сергей Константинович. Здравия желаю, товарищ капитан. Не отвлекаю? Да, могу говорить. А теперь, зяба, послушай меня. Всему есть предел. Да, я не прочь заработать денег. Да, я не самый кристально чистый мент. Но я мент. И не позволю всякой мрази убивать ни в чем не повинных девчонок. Я закрыл Вику в ВВС. Тебе ее там не достать. И тебя скоро закрою. Чего бы мне это не стоило. Хорошие новости. Девчонку держат в ментовском подвале. А что ты такой довольный? Туда вообще не добраться? Даже своим? Кому как. Вован, пойдем-ка скажу, что нужно делать. Сидеть. Где это мы? Где? Это ферма, ветеринарный пункт. И что ты хочешь здесь найти? По обстоятельствам. Смотря кого встретим, смотря как пойдет разговор. Ну да, тут, по-моему, одни бандиты. Я умею с ними разговаривать. Ты, главное, не вмешивайся. Ты меня замотал. Как же я устал. Заходи. Еще кто-то идет. А доктор где? Он там, но занят. Лечит какого-то козла. Козла? Значит, нам сюда. А ты хорошая кусочка. Похоже, здесь. Я занят! Подождите, я занят! Мы по записи. Наша очередь. Что вы делаете? Подождите, мне нужно... А нам надо поговорить срочно. Укол сделать. С вашим клиентом. Ну, я не могу. Мне нужно делать укол. Подождите там. А вы что, врачуете огнестрельные ранения?
Надеюсь, полиция уже знает? Ты... Что? Какой же это огнестрел? Это так? Что? Укус? Укус. Ну ничего, в полиции разберутся. Да, зачем же сразу в полицию-то? А пока идите-ка покурите. Курить? Ну, вообще я не курю. Правильно делаешь. Курение убивает. Привет. На 100 лет. Мне нужен Зяблов. Знаешь, как его найти? Ты у него спроси. Я у тебя спрашиваю. На уговоры у меня нет времени. Зяблов похитил мою девушку. За нее я порву всю вашу банду. Веришь, нет? Да я не знаю, где он. А так? Что он с ним делает? Да все в порядке, все нормально. Просто два человека разговаривают. Да как он разговаривает? Вот разговаривают, такой у них разговор. Да вы садитесь, Я не знаю, где я он! Я спрашиваю, где? Да я не знаю, где он, правда! Второй день здесь лежу, пацанов не вижу! Неправильный ответ! Неправильный! У меня вы свой человек ментовки есть! Упер вроде Славой зовут! Упер Славик! Че ты гонишь? Я слышал, как он ему больше суммы давал, они договаривались! Ты у него больше моего узнаешь! Ну что ж... Хорошо. Анестезию? Нет. Ну, давай. При опере лишнего не болтай. Возможно, он предатель. Да? Ну, ладно. А что у вас, черт возьми, тут происходит? Это что, пожар? Это что? У вас что, здесь учения, что ли? Да какие учения? ИВС горит. А где задержанные? Ну, там вон их выводят. Давай. Вперед. Несчастье мое. Пойдем. Ну чего? Так, тихо, стоп. Не нравится мне все это. Так, давайте в машину девочку. А? Идите отсюда. Прикрой. Николай, с двух сторон ее прикрываем. Черт. Людей стреляешь, от люка. Не стреляйте! Это я, Вован. Я все сделал, как ты сказал. Дымовуха вообще была классная. Короче, пожарник. Сова опять облажался. В девчонку так ни разу и не попал. Потом его вообще задержали. Сам видел. Сова расколется, как пить дать. Он только свою выгоду ищет. Это плохо. Это очень плохо. Все к одному. Теперь они девчонку еще сильнее охранять будут. Про нее можно забыть. Что теперь делать будем? Что делать? Разбегаться. Надо избавиться от железа, тут все почистить, как будто его и не было. Так теперь куда его? В реку? Ну ведь можешь, когда захочешь. Значит так, берем ящики из моста в реку. Че стоим? Идем. Стас, помоги им. Да дверь открой. Спасибо за Вику. Товарищ полковник. Да. У меня в мобильном координаты Зяблова. Последний номер
Тот, который не определился. Это его новый номер. Можете запеленговать. Отлично. А откуда он у тебя? Наверное, оперативная разработка или как там у вас? Ну, как-то так. Вихров, я? Вызывай группу захвата, будем брать Зяблова. Скорзен сообщу позже. Понял, сделаешь, полковник. Да, а можно я с ними? Хватит, не догожусь. Давай. Садись в машину. Mm-hmm. Слава, пока. Стас, иди сюда. С бабой что делать? Она нас всех срисовала. Бабу в расход. Это без вопросов. Только каждому придется отметиться. Ну, чтоб потом все молчали. А начнет Стас. Бать, ты чего? Давай, сынок, давай. Так надо. Кто? Бать, почему я? Кто? А потому что ты мой сын. Потому что так надо. Все пацаны это сделают, и я. И ты тоже. Давай. Давай. Почему я первый? Потому что ты мой сын. Сергей Константинович, давай я ее кончу. Нет! Это должен сделать Стас. Давай, сынок, давай. Детство кончилось. Ну, ну завалишь ты эту бабу. Проблюешься, как водится. Завтра нажрешься до синих соплей. А потом мы с тобой такие дела будем делать. Давай, сынок, жми на гашетку. Давай, 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 пальцем дави на крючок. Папа, я не могу. Папа. Ты скотина. Стреляй в нее. Ты не мой сын. Ты не мой сын. Ты кусок дерьма. Стреляй в нее. Стреляй. Сергей Константинович. Шухер. Кругом менты. Менты? Менты я сам видел. Что делать будем? Тихо. Тихо. Тихо, 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 тихо. Это хорошо, что мы бабу не завалили. Шш, калач. Присмотри за ними. Вован, пойдем посмотрим. Так, ну и что тут? Обложили со всех сторон в натуре. Спецназ, похоже. Хм. Да, это мы круто попали. Сейчас уговаривать начнут. Типа, сдавайтесь. Пойду посмотрю, что там творится. Не-не, вообще не вариант. Прикинь, на нас краденое оружие плюс заложница. Это уже статья о терроризме. Для организованной группы так это вообще пожизненно. Не, я туда гнить не собираюсь идти. А что же делать? Договариваться. У нас есть очень большой козырь. Заложница. Хорошо, что мы эту бабу не грохнули. Прикроемся ей как щитом. Тетя Света. Он всегда меня унижает. Всегда. Тетя Света, скажите, разве это отец? Ему всегда, всегда надо доказать, что он круче. Я не могу больше, тетя Света, я не могу. Как его ненавижу. Я не хочу с ним больше. Я не хочу с ним больше. Я не хочу. Тетя Света, давайте уйдем отсюда. Тетя Света, успокойтесь, успокойтесь. Давайте уйдем отсюда. Я вам помогу. Стойте здесь. Я вас позову. Стойте здесь. Калач! Сопротивление бесполезно! Выходите с поднятыми руками!
Серьезно обложили. Да? Кесет, бежим! Осторожно! Все, погнали! Стоять! Сбежать хотела, Катя! Что сказал? Чего это он? Совсем сбрендил? Не стреляйте! Я не с ними! Вот урод! Прям как мамаша его долбаная. Сейчас сдаст, всех сдаст. Даю 15 минут, чтобы вы начали переговоры. Потом начну резать заложницу. Больно. Покажите ему помощь. Быстро, подожди. Стас, сколько там народа? Там папа, тетя Света, Калач и Вован. Я не хотел, я не с ними, я не хотел, мне больно. Командир, надо срочно штурмовать. Времени в обрез. Подождем. Я вызвал спецгруппу по освобождению заложников. Я командир такой группы. И что? Есть план? Ты отвлекаешь разговорами. А я обойду дом. И через чердак проникну внутрь. Хм. Один? Да я справлюсь. Толпой нельзя. Надо сделать так, как я говорю. Ну, давай попробуем. Пойдем. Давай. Ты и ты. Со щитами. Гражданин Зяволов, предлагаю сдаться. Вы окружены, сопротивление бесполезно. Каждым выстрелом вы наматываете себе срок. И так уже не маленький. Не, начальник! Так не пойдет! У меня заложница! Так что открой коридор, и мы уйдем по-тихому! Иначе я ее на ремни порежу! Мне надо посоветоваться с начальством. Давай, давай, советуйся! Только недолго! Один раненый у вас уже есть. Завтра все гарантии, что заложница остается в живых. Давайте рассмотрим другие варианты. Плохо. Ох, как плохо. Калач, дуй наверх, посторожишь у входа. Быстрее! Ага. Кто-кто? Я! Зяволов, еще раз предлагаю сдаться. Этим вы облегчите. Подумайте! Вы окружены, сопротивление бесполезно. Зачем вам еще одно убийство? Привет. Вставай. Артем. Слышь, вояка, следующая пуля ее. Ну тогда тебе точно конец. Ну и что ж ты предлагаешь? Вообще-то я с бандитами переговоры не веду. И пленных не беру. Ну-ка стоять! Бросай оружие! Считай до трех. Раз, два. Ладно, ладно, если ты так настаиваешь, то пожалуйста. Не дергайся! Спокойно, спокойно. Вот и все. Все, все. Майор, ну что там? Там один 200-й, остальное чисто. Выводите. Выводи. Я раненый, врача мне. Будет тебе там врач.
Спасибо тебе, командир. Да не за что. Ну как вы? Все хорошо. Уходим. Ну, все. Господи, Говоров, как же за тебя волновалась. Я тоже за тебя волновался. Поехали к Вике. Она, наверное, с ума сходит. Секунду, простите. Секунду. Тёма! Прости, что опоздал? Николай. Валя послала в гараж за вареньем. Вишнёвое, моё любимое. Едете ко мне, там чайку попьем. С жильем я вопрос решу. У нас в гарнизоне с этим не забалуешь. Да нам собраться только подпоясаться, да, Вик? Спасибо тебе, брат. Я знал, что на тебя можно положиться. Да не за что, брат. А машина, кстати, в полном порядке. Даже лучше, чем была. Но ты смотри, чтоб без меня никаких неприятностей. Есть никаких неприятностей. Сравняюсь. Сверно. Ну, давай. Как только приеду, напишу. Хорошо. Я думаю, что вам... Вам там понравится. С тобой мне понравится везде. Слушайте, я не могу. Ей-богу, как дети малые, серьезно. Сумку не забудь, Тёма. И варенье. Ай, бедовый.